существует ведь тезис, что на самом деле политики, крупные такие политики, публичные, не те, которые теневые, это на самом деле виртуозы именно вашего ремесла, что они актеры очень высокого класса. Не задумывались вы об этом постоянно? Я задумывался над этим, но думаю, нет. Потому что они, если они действительно серьезные политики, я не имею в виду Владимир Вольфович, если они себя... они же себя отпустить-то не могут в полете. Какие же они артисты? В этом смысле, ну... Конечно, слишком много у них. У них гораздо больше предлагаемых обстоятельств, чем артисты, которые играют даже Чехова.